Как оседлать тигра? Но это из-за... Это ведь на самом деле Юлиус Эвола взял за основу своей философской великой книги этот парадокс, притчу китайскую. Если ты встречаешь в лесу тигра-людоеда, а у тебя нет с собой оружия, то единственный способ остаться в живых – это оседлать тигра и подчинить его себе. А как это сделать? В процессе ты поймешь, собственно говоря. Как-то главное поставить такую задачу и не испугаться ее. Так же и в жизни то же самое. Ты спрашиваешь, как быть, как людям вырваться из виртуальной такой гиперреальности. Никак, мы все умрем. И эта мысль, это понимание этого является единственным мотивом прыгнуть на спину тигру, по большому счету. Понимаешь? Помимо всего остального, что на это наслаивается. Вот и все.